чому Наталка підкреслила цю мою функцію? Тому що я намагатимусь модерувати цю нашу розмову. Я одразу хочу вам підкреслити, що ми не приїхали повторити значною мірою ці слова. Ми не приїхали вас навертати. Да? Ну, мені здається, що якщо люди тут сюди прийшли, то ну, химерно вже думати про те, що ми вас можемо чомусь переконати. Ми сюди приїхали для того, щоб почути вас. Особисто я, для мене дуже важливо почути вас. А почнемо з того, що кілька слів Женя Хірзон, журналіст, а тепер насправді бродячий філософ, мандрівник, ідеолог нашого руху за великим рахунком і без перебільшення. Кілька слів, Женя. А так я бачу прекрасно. Женя. Добрий день. Договорились, что вы по 2 минуты будете выступать, вы как-то решили по 10 секунд. Когда не дадите подниматься. Всем добрый день. Мы на самом деле уже второй раз мы так приезжаем в Харьков. У нас была довольно теплая первая встреча летом прошлого года. Да, у Оли вот. Да, в офисе у вас. Да, я вас вижу, да. Нет, я думал, что... Мы приедем сюда еще раз, и даже то, что мы сейчас здесь, это как-то более даже спонтанно получилось, чем мы планировали. Большое спасибо всем харьковчанам, которые пришли. Я практически вижу здесь большинство новых лиц по сравнению с той встречей, которая была тогда. У нас будет маленький спич еще дальше, который Карина произнесет по поводу того, чем это движение «Мы европейцы» является, как оно зародилось и чем занимается. Поэтому я на этом не буду концентрироваться, просто скажу пару слов о том, о текущем моменте, как я это себе представляю. То есть мы не являемся движением оппозиционным к власти или оппозиции, или чем-то подобным, поскольку с самого начала мы ставили такую задачу, мы хотим просто создать абсолютно новое содержание в украинской политике, которое, во-первых, избавится от присущей нашей жизни, нашей политической ситуации вечной истерики. Когда все друг на друга кричат, обзывают друг друга последними словами, а потом, спустя какое-то время, работают вместе в одном правительстве, и при этом ситуация в стране никак не меняется. То есть мы собрались когда-то совершенно незнакомые люди вот именно с этой идеей. То есть мы хотим каких-то перемен. Для нас эти перемены в глубине наших сердец связаны с так называемой евроинтеграцией. Вот словом, над которым сегодня все издеваются и говорят, называют это мифом, называют еще чем-то. И в силу общего уныния, которое в стране происходит, это считается каким-то таким, ну, в некоторых кругах уже даже неприлично об этом говорить. На самом деле, мы просто хотим показать, что это не так. Что сегодня у нас вообще перед Украиной больше не стоит никакой геополитический выбор. То есть на сегодняшний день нет никакого противостояния между евроинтеграцией и, так скажем, вступлением в таможенный союз или чем-то подобным. Это совершенно вещи, которые не лежат в одной плоскости. Когда мы говорим о европейских устремлениях Украины, это не означает, что наше правительство, наши руководители страны получат легитимизацию, войдя в Евросоюз. Да ничего подобного. Это наша работа. Мы идем в Евросоюз. Мы будем жить по новым правилам. Мы граждане Украины. От села номер 1 до города номер 150. Останутся ли при этом эти руководители страны или придут другие, это дело нормальной демократической организации общества. То есть, если сейчас они помогают нам менять условия жизни в стране на более европейские, мы с ними. Если они не помогают, делают что-то против, мы собираем демонстрации и идем против них. У нас амбітне завдання. Хто не дивився політклуб кілька днів тому? Ми якось там на політклубі пообіцяли зібрати 100 тисяч людей в Києві на демонстрацію на підтримку європейських прагнень, так що у нас виклик серйозний. Причому ідея ця взагалі сходила від людей. Не від нас. Да, не від нас. У нас обіцяли. От людей, які в своє время работали в оппозиционных штабах. Він же обіцяв допомогти вам. Тепер... З чим це... Вдруг мы почувствовали, что вопрос Европы, евроинтеграции резко в Украине обострился.
но он обострился не только после последнего саммита в Брюсселе, он еще обострился потому, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, я думаю, что он обострился потому, что на сегодняшний день у оппозиции больше нет никаких лозунгов, которые они могут, и никаких идей, которые они могут вообще людям предложить. Поэтому в любом случае евроинтеграция способна стать политическим консенсусом во всей Украине, среди всех политических сил. И какие бы, как бы мы их любили или ненавидели, тех, третьих, четвертых, неважно у кого какие симпатии, преобразования в стране должны будут произойти таким образом, что очищение политикума, политической жизни произойдет так, как это произошло, например, в Польше. Когда, несмотря на то, какие кто-то приходит к власти, меняются они, правительства, президенты, в стране происходит определенного рода перемены. И, собственно говоря, в ходе последнего брюссельского саммита Украина получила нечто вроде ультиматума, состоящего из 11 пунктов, которые нужны для того, чтобы мы могли подписать этот договор об ассоциации, договор о свободной торговле. Это не является ультиматумом к изменению, скажем, политической системы. Нам никто не говорит, там, уберите партию регионов, поставьте этих. Там говорят о практических шагах, которые должны быть сделаны. И мы об этом будем говорить. Да, для того, чтобы... Да, вот. Еще один короткий момент. То есть, хотя... По всем социологическим опросам украинцы не считают, например, гражданские свободы и права человека приоритетными для своей жизни. И опросы показывают, что эти позиции у нас где-то там на 10-15 местах, грубо говоря. Хотя, если такой, например, опрос проводить в Дании, то это первые позиции для датчан. И при этом, при всем, это тоже не важно для нас. Это не значит, что мы не можем исповедовать ценности такие же, как исповедуют датчане. Да, для украинцев в первую очередь важны безопасность и благополучие. Но и это благополучие и безопасность, они точно так же, то есть мы не говорим о том, что там, став членом Евросоюза или будучи в ассоциации, мы получаем какие-то серьезные блага для себя. Мы получаем просто возможности. Возможности, в том числе изменения законодательствах такие, которые позволят нам меняться и в сторону благополучия, и в сторону безопасности.